Всем привет! Вы на канале Киномаша. И сегодня у нас чтецкий вечер, на котором я веду программу с моей соведущей Марией Тимоговой и однокурсницей Валентиной. Здравствуйте! Здравствуйте! Это вы сторис? А? Сейчас сторис, ты снимаешь? Но это не сторис, это влог. А, еще есть? Да. Петь и рассказывать монолог Алины Горбачевой. Всем привет! Так, откроем раздевалку. Маша! О, Господи! Привет! Здорово! Кто не знает, вот это тоже Маша и вот это тоже Маша. Это моя ведущая. Hi, my friend. Мы сегодня с ней будем вести этот детский вечер. Мы взорвем его. Привет, я Даша! Здравствуй! Какое платье классное! Спасибо! Это Даша, против света нет привета, а вот так тебя видно. Привет! Пока. Как будто Деб был охех! Маша, смотри, сколько шариков! Шарики! Пойдемте, репетируем! Ну все, а теперь мы репаем! Детским начался. Если что, меня пока там нет. Я там с краешку ведущая стою. Итак, наш выход. Добрый вечер, друзья! Здравствуйте, наши высокоуважаемые гости! Спасибо вам, что вы сегодня с нами. Спасибо! Аплодисменты! И я хочу представить вам свою соведущую, актрису. Кстати, я вообще первый раз в жизни веду программу. Марию Тимокову! А я, в свою очередь, очень рада представить вам замечательную, талантливую актрису Марию Лобанову, которая будет вести со мной этот замечательный вечер. И сейчас самое время познакомить вас с членами нашего жюри. Александр Войтинский, кинорежиссер, продюсер. Александр, спасибо, что не забываете про детский кинематограф. Мы с огромным удовольствием посмотрели «Дед Мороз. Битва магов». Да-да, мы тоже всей семьей ходили. Спасибо! Ирина Акопян, руководитель клуба молодых мам, видеоблогер, организатор фестиваля «Мама Клаб Фэн». Кстати, Ира, спасибо вам огромное за приглашение. Фестиваль пройдет 3-4 марта в Москве, и мы обязательно придем. Никита Тарасов, российский актер театра и кино. Александра Киселева, актриса и прекрасная танцовщица. Анна Уварова, кастинг-директор. Екатерина Савлаева, директор актерской школы и актерских агентств «Квестинг» и «Талантина».
Карасян. Исполнительница. Исполнительный продюсер мультсериала «Фиксики». Спасибо. Аплодисменты нашему прекрасному жюри. Громче аплодисменты. Давайте его приветствуем. А сейчас Екатерина Саблаева расскажет нам, как оценивать выступление. А вот и Данек вышел. Ну, если быть точным, Сильвестр Сталлоне. Всем привет, я мужчина хоть куда, в полном рассвете сил, и мне 71 год. Зовут меня Сильвестр Сталлоне. С самого детства жизнь давала мне испытания. Я принимал вызов и отвечал. Я побеждал. С детства у меня паралич лица. Это вызов. Я становлюсь физически сильным, это ответ. В молодости от просмотра фильма я пишу сценарий за 10 часов. И пытаюсь его продать, но с провальным итогом это вызов. Но я не отчаиваюсь и продолжаю поиски. Я нашел покупателя, это ответ. Мне хотели купить его за 100 тысяч долларов. При условии, что главную роль сыграет другой актер, а не я. Я отказываюсь, они мне предлагали больше и больше, но я снова и снова в отказ. Задолго до этого я предал свою собаку, своего лучшего друга, единственного на то время, который меня понимал, за жалкие 25 долларов. Я ведьма. Мне нет ничего. Через день они мне звонят и говорят новые условия. 35 тысяч долларов. И главная роль. Знаете, на что я их потратил? Я выкупил собаку этого человека за 15 тысяч долларов. Не живите деньгами. Верьте в себя. У вас все получится. Я очень рада пригласить на эту сцену, прочитать свой монолог, мою лучшую соведущую Марию Лобанову. С монологом Ирина Горбачева. Чаще всего разговоры про меня начинаются с обсуждения моих видеороликов в Инстаграме. Но это же далеко не начало моей творческой карьеры. Все началось еще в детстве, занятий вокалом и хореографией. Продолжилось в институте Бориса Щукина и вырулила в замечательную профессию актрисы театра и кино. Первая моя роль была эпизодической. Но, несмотря на мои дальнейшие киношные и театральные роли, большую популярность мне принесли именно соцсети, куда я начала публиковать разные прикольные ролики с классными героями, смешными. Но вы же помните иностранку? Я давно не спускалась на метро. И знаете, что я потеряла? Ровным счетом ничего. Все те же радостные лица. И приветливые. Здравствуйте! Здравствуйте! Единственный бонус, что ты можешь попасть случайно на вечеринку. И даже принять в ней участие. Ну или актрису театра. Я порой не могу найти выход. Заблудилась. Где я? Та потайная дверь. Никто не знает. Но в последнее время я все реже и реже публикую что-то подобное, так как в один момент поймала себя на том, что делаю это просто для того, чтобы от меня этого ждут. Мои подписчики. Ир, ну мы же на тебя подписались. Ребят, ну вы же сами это сделали. Кстати, я заняла 3-е место, а вот это наша победительница. Итак, от Дмитрия Фаина Раневская. Часто слышу о том, что у меня отвратительный характер. Наверное, беда в том, что характер не шуба. Его не сдашь в скупку, чтобы приобрести новый. К тому же, вдруг опять подсунут какую-нибудь гадость. Говорят, характер можно воспитать самой. Ну хорошо.
хорошо. Воспитаю я его, выращу на всяческих общечеловеческих идеалах. А старый-то куда девается? Выбросить жалко, все же свой. А если два характера внутри меня не уживутся и сцепятся между собой? Ужас. Есть только один способ добиться, чтобы тебе хоть один день говорили хорошо. Умереть. На поминках плохо не говорят ни о ком. Нет, лучше пусть ругают, я потерплю. Мне нельзя умирать. Я так привыкла жить, что совершенно не представляю, что буду делать после смерти. Мне грешно жаловаться на недостаток признания и славы, но не то. Все не то. Могла одно, сделала другое. Ценила одни роли, награждали и любили за другие. По улице из-за узнавания и популярности шагу не ступить. А дома и слова за целый день можно не услышать. Почему моя судьба сложилась счастливой и столь несчастной одновременно? Почему столько несыгранных ролей? Почему всю жизнь одиночество? Судьба дала мне главное, о чем я так просила. Сцену и талант играть на ней. В качестве оплаты забрала все остальное, оставив одинокой, никому не нужной старухой. Одиночество взрослого, прожившего жизнь, страшно, но объяснимо. Оно обычно следствие его собственных ошибок и эгоизма. Но одиночество ребенка в тысячу раз страшнее. Дети не должны быть одиноки, а иначе они никогда не будут счастливы в жизни. А я была всегда очень одинока. А это песня из фильма «Лёд». Если вы хотите получить Оскар, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях что-нибудь приятное. Пока-пока!